Всем привет! С вами мастерская Synthcon, меня зовут Константин. И сегодня я хотел бы рассказать вам о новиночке. Это полумодульный синтезатор Lunetta. Построен он на логических элементах. И давайте расскажу, из чего состоит он. Здесь у нас 4 LFO. Так как это логические элементы, они, ну, все тут на прямоугольниках построено. Вот. И 4 осциллятора. И на выходе тоже 4-канальный микшер. Вот. И блок эффектов, цифровой блок эффектов, 100 пресетов. Здесь можно вот выбирать пресеты различные. Здесь экранчик с отображением номера пресета. И 3 модуля. Вот. Один это делитель сигнала. То бишь сюда мы подаем LFO. И вот он у нас его делит на 2, на 4, на 8, 16. Двойной модуль. И также сдвиговый регистр, тоже мы сюда подаем какой-то сигнал, клок, и ну, здесь еще ресет есть, чтобы обнулять секвенцию, и он выдает нам последовательность секвенций интересных. И также у нас есть цифроаналоговый преобразователь, тоже двойной, это все 3 модуля, они двойные, дублируют друг друга. Вот. Ну да, сюда тоже подается 4 сигнала различных, и они здесь преобразовываются, и выходит вот тоже такой управляющий себе сигнал. Можно вот на табличке будет посмотреть. Здесь есть выход чистого сигнала на мини-джеке, и 2 выхода, левый и правый, так как модуль этот эффектов стерео. Здесь 2 выхода уже сигнала в пульт, и 2, ну, и вход питания, и выход еще питания для какого-нибудь другого еще дополнительного инструмента можно запитывать, так сказать, тумблер включения. Ну что, давайте меньше слов, больше звуков, давайте послушаем, как это все звучит. Для начала мы послушаем чистый сигнал, без обработки. Вот. Включим. Сначала прослушаем, как у нас звучат осцилляторы. Первый осциллятор. Подключим второй. Третий. Так у нас звучат осцилляторы. Давайте теперь пройдемся. Красиво. Давайте так оставим пока что. Делитель. Блок делителя. Мы с LFO подаем сюда во вход клок. И вот у нас здесь идет, получается, секвенция. Да, такая. Здесь вот делить на 2, на 4, на 8 и на 16. Ну и так, достанет мне другой проводочек, возьму. Вот. Это вот первый осциллятор. Да. И вот, например, на 8. Да. Ну, если мы подключим сюда еще резет, ну, ресет, да, вот он будет у нас
видно вам, он, так сказать, секвенцию эту обнуляет, да? Вот. Ну, в принципе, здесь второй такой же модуль, он точно такую же функцию выполняет. Теперь давайте попробуем регистр сдвигов. Тоже у нас сигнал, да, сюда идет клок, да, и вот он тоже начинает выдавать такие у нас секвенции. Дальше так. Также мы можем подключить сюда, отсюда взять сюда цифроаналоговый преобразователь, сигнал, и, допустим, вот на третий осциллятор. Сюда еще резерв. Таким образом можно создавать различные, да, комбинации, секвенции, псевдослучайные события. Также здесь, так как все это, в принципе, на одних и тех же вот прямоугольных импульсах работает, мы можем даже взять, допустим, один осциллятор, возьмем четвертый осциллятор и пустим его в третий осциллятор тоже, и, ну, одним осциллятором модулировать другой. Вот. Так, тишина. Это у нас ручки глубины модуляции, да, это частота осциллятора. Давайте попробуем еще этот запустим, допустим, сюда. Да. У нас получится. Да. Примерно вот так все это работает, да. Но теперь давайте послушаем, как это звучит с эффектами. Здесь блок на здесь 100 пресетов. Всем, конечно, не будем, наверное, слушать. Но примерно послушаем. Сейчас я сделаю какую-нибудь здесь настрою секвенцию интересную и подключу через уже блок эффектов. Так, ну что, я вот здесь подключил первый LFO, у нас идет в делитель, из делителя идет три сигнала в цифроаналоговый преобразователь, и от него идет в первый осциллятор. Также третий и четвертый LFO я пустил в сдвиговый регистр, из него также три провода, три сигнала идет в цифроаналоговый преобразователь и в третий осциллятор, и еще один сигнал идет сразу в четвертый LFO. Вот. И сейчас подключил уже именно
двумя стереоджеками, ну, двумя джеками через эффекты. Давайте послушаем, как это все звучит. Первый осциллятор у нас. Ну и стоит у нас 16 эффект, реверб, эффекты выбираются, просто мы крутим энкодер, и он здесь с выключателем, нажимаем, и это, меняем эффект. Пробуем дилей. Это всякие модуляционные, здесь фейзер, там еще что-то, такие именно модуляторы. Pitch, да, вот pitch меняют. Тон. Ну, блок эффектов такой, как стоит в некоторых микшерах. В принципе, у меня вот, по-моему, в микшере такой же стоит блок эффектов. Довольно-таки забавная вот, штука. Ну, примерно так вот все это звучит. Также его можно использовать для модуляции других синтезаторов. Этими модулями можно модулировать другие синтезаторы. Например, там очень хорошо в связке с мутабором он идет.
Ну и дальше я запишу еще видосиков с другими синтезаторами. На этом все. Спасибо. Спасибо за просмотр.